Прерывание на 2-3 недели по медпоказаниям, эндометрия больше 5 мм не растет. Прошло полгода, нужно ли делать гистероскопию или пробовать беременность? Нужно разобраться, почему не растет эндометрия. То есть или это какая-то гормональная проблема, либо это травматизация эндометрия в результате предыдущих беременностей, гистероскопии, выскабливаний, послеродовых каких-то осложнений и так далее. Поэтому здесь вот я считаю так, что нужно просто разобраться с гормональным фоном. И если идет нормальный гормональный фон, а эндометрия не растет, это значит, скорее всего, есть проблема травматизации эндометрии и, скорее всего, какой-то, ну, можно провести там курс какой-то физиотерапии, но не очень длинный. Потому что иногда на эту физиотерапию уходит там по 2-3 года у пациентов, это неправильно. Если эндометрий травмирован, то мы должны работать с тем эндометрием, который есть.